Очередная рабочая пятидневка в муниципалитете стартовала с еженедельного планерного совещания главы муниципального образования Кашхабрский район Заура Хамирзова с заместителями, начальниками управлений и отделов районной администрации, главами сельских поселений, представителями Центральной районной больницы. В первую очередь были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и организации прививочной кампании против коронавирусной инфекции. На сегодняшнее утро обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекции представляется следующим образом. Всего с начала пандемии у нас болело 1912 человек, 1883 человека выздоровели, 25 человек скончались. Значит, на сегодня на лечении находятся 4 человека. Все остальные, которые у нас до этого были, они выздоровели. Глава района подчеркнул, что существенное улучшение эпидемобстановки – результат прежде всего проведения прививочной кампании от COVID-19. От ее качественного проведения зависит и дальнейшее благополучное преодоление пандемии. И если на сегодняшний день от опасной болезни обезопасили себя свыше 2000 жителей района, то важно увеличить эти показатели в разы. На необходимость постоянного контроля как главного регулятора качества проводимых работ указал глава района в ходе обсуждения вопросов реализации национальных проектов и программ благоустройства. Также в ходе планерного совещания были обсуждены механизмы достижения показателей по эффективности работы органов местного самоуправления и ряд текущих вопросов.